Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Детол, и сегодня мы с вами играем новую игру Вселенная Супер Схваток. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, ребята! У нас снова играет Nickelodeon на канале, и мы находимся в Нью-Йорке. Тут наши любимые персонажи, все персонажи Nickelodeon здесь есть, и они все файтятся друг с другом. И они готовы к суперсхватке, горят, ух ты, да-да-да, и неплохо, Донни сказал. Да, это суперсхватка, ребята, поехали, пропускаем, продолжаем. И, конечно же, видим, что тем временем у нас здесь Нага. Мы отправляемся на суперсхватку. Где-то еще у нас, видишь, это все радуются. Это Аватар, ребята, кто узнал этот мультик, напишите в комментах, это очень круто. Так, давайте посмотрим. И, конечно же, где-то в Royal Boots. Хватит ли у тебя храбрости стать чемпионом суперсхватки? Сейчас станет шумно. Вот это да. Вот этих ребят, я, кстати, не знаю. Напишите тоже в комментах, из какого это мультика. Супер Бравл Юниверс, ребята, игра. Вот так вот. Мы любим бравлеров. И по всей мультселенной суперсхватка. Вы смотрите, все персонажи здесь. Давайте, бойцы откликнулись на призыв. Погнали, погнали. О, вот он, под водой, да, по ходу дела, глубоко, да? Патрик наш. Патрик, кто хочет стать звездой? Ну, я уже звезда. Тогда отправляйся в Красти Клаб, тебя ждет суперсхватка. Суп, обожаю суп, где моя ложка? Пора есть суп, и побежал, конечно же, Красти Клаб. Блин, обалденно, это же Спанч Боб здесь еще будет. Вот это да, вот это игра. Ребята, лайк обязательно влепите. О, мы уже сейчас будем сражаться, Котопес против Патрика. Я тут записался на какую-то суперсхватку, говорит Патрик. Так? Но не могу ее найти. Погоди, ты имеешь в виду турнир суперсхватка, говорит Котопёсик. Тот самый, победить которым мечтают все мультяшки. Ну, наверное. Ну что ж, давайте обеими руками играем в игру. Ребят, лайки ставим, подписываемся на канал и делимся этим видео со своими друзьями в соцсетях. Вы видите, что творится, Патрик, с Котопёсом у нас файтится. Вот это интересный поворот. Прикольно. О, так, а что такое? А, это блок. То есть здесь есть блок, и можно просто файтиться. Обалденно. Теперь противнику выставил блок. Ты можешь сокрушить его могучим ударом. Ну-ка. Ну-ка, мощный удар, ребята. Отлично, верно, все четко. И используй все, что ты знаешь, чтобы победить. Ну все, теперь файтимся. Теперь нет у нас... Смотри, а что вот это способность какая-то? Ну это суперудар, надо его накапливать. Блин, прикольно. Комбо 4. Так. Патрик, Котопёс, вот теперь у тебя достаточно сил, чтобы использовать особый прием, обрушь его на врага. Давай попробуем. Кио! Ребята, мы победили. Патрик, молодец. Кто любит Патрика, ставьте лайк, а мы продолжаем дальше. Где наш тут любимый черепашки-ниндзя, ребят, вы представляете? Выбери имя для суперсхватки. Экстремальный? Ну-ка, давай. Дикий? А нельзя просто самому вбить? Нет, нельзя, вот надо выбрать. Или случайный выбор есть. Ухмыляющийся? Или случайный выбор. Давай просто случайный выбор сделаем и посмотрим, что четко есть. Гадкий детка. Нет, что-то не идет. Так, хитрый воин. Это неплохо, да, кстати говоря, хитрый воин. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. Нервный повстанец. И мега-печенька. Давай будем мега-печенькой. Погнали, ребята, будем мега-печенькой. А у кого какой ник выпал, когда вы зарегистрировались и начали играть, ребята? Напишите в комментариях обязательно. И, конечно же, сразись в побединках. Тут можно с друзьями играть, интересно. Ух ты, ребят, напишите, кто уже сразился с мега-печенькой 9337. Это, если чё, мы. Да, это команда Detol. Интересное название. Смотри, есть ранги. И пропустить, или можно схватку нажать. Давай схватку, прикинь, поехали. Лучше локомотив, и что, прям сразу онлайн с кем-то файтится? Да, представляешь, онлайн файт, сразу можно с подписчиками будет файтиться. Так, против нас сам Аватар. Ух ты как, смотри, ну-ка. Можно уклониться, проведи вправо, ой, как хорошо. Браво, теперь ты можешь уклоняться от вражеских атак, делать рывки, отлично. Так, хорошо. На тебя, попцом так, а? Да, великолепно, 5-6, есть комбо. Тихо, надо, я хотел этот... Суператаку. Мам, еще применить. Анг, его зовут, этого дружище. Да, это Анг, это Да, так и есть. Ну что, Патрик опять победил, отлично. Когда же у нас будут новые уже персонажи? Мне хочется за всех поиграть. Да, мне тоже хочется. И смотри, мы сундучки здесь, конечно же, мы сундучки здесь открываем. Победная серия, то есть нужно 3 подряд, и мы получим какой-то крутой сундук. Отлично, то есть у каждого, наверное, есть своя суператака, каждый качает свои способности. Ребят, ну игра обещает быть хорошей, так что чем больше лайков соберем, тем больше серий будет выходить. Не забывайте лайкусики свои ставить. Смотри, с каждой победы в отборочном туре
вы приближаетесь к участию в главном бою суперсхватки. Отлично, ребята. И что у нас здесь есть? Смотри, коснитесь, чтобы открыть. А чтобы открыть, нам нужно потратить, да? Или что это такое? Значит, а, три секунды. Три секунды. Да, давай попробуем. Ну, это такой пробничек, я так понимаю. Дальше там будет очень-очень долго все ждать. Как обычно. Косни, чтобы открыть. И у нас выпала Анжелика Пиклз. Вот так. Вот, ребята, за Анжелику тоже будем тащить. И, конечно же, вот эти вот интересные... Слаймы. Слаймы. Вот оно что. Тебе удалось разблокировать самого красивого персонажа в мире, меня. Ну, так и есть, наверное. Да. Давай зайдем бойцы. Бойцы. Ой, ты посмотри. Вот они, наши родные были черепашечки. Да ладно. В сундуке оказались карты Анжелики. Вот что нужно сделать, чтобы она появилась в твоем следующем бою. Давай посмотрим. Так. И можем ее использовать. Слушай, такая же штука, как и в черепашках ниндзя, да? Здорово, теперь я в твоей команде, и к тому же на самом верхнем месте. О, как, ничего себе, быстрый поединок, нам говорят сразу. Но пока что еще у нас продолжается, скажем так, обучение, тренировочка. И поэтому сейчас у нас подбирается противник, и тут у нас опять будет аватар. Барон фон Локомотив какой-то, обалдеть, а. Да, ребята, ну что ж, поехали в бой, у нас новая локация. Ой, ты смотри, что творит, еще и в блоке стоит, а. Ох, тихо, братан. Нет, а что он такой сильный какой-то? А вот такой вот, видишь. Ты похудел, может, такая задумка специально, а? Может быть, это реально онлайн? Ну-ка, суператака, ты понял, как мы можем, а? Ну-ка. Главное, чтобы он тоже не использовал, да? Да. Так, Кио, мы побеждаем! Раскатали этого аватара Локомотива. Отлично, Анжелика молодец, показала себя с хорошей стороны. Но, мне кажется, как-то она немножечко слабовата, надо качать ее. Да, интересно, здесь есть какая-то прокачка-то, способности, может, какие-то дополнительные? Смотри, 6 минут у нас большой сундук достался. Так, победу 3 матчей, ты получаешь большой сундук, хорошо. Так, давайте начнем открывать. Большинство сундуков открывается не сразу. Потрати алмазы, чтобы открыть его прямо сейчас. А, ну вот что так поделаешь? Вот, а что, бесплатно там или за алмазы? Ну ладно, открываем, и кто нам здесь выпадет, прикинь? А, еще, то есть мы ее можем апнуть, да? Да, получается апаем, и слаймы нам выпадают. Как тебе повезло? Как тебе повезло? Словно попалась я. Ребят, вы напишите в комментах, кому тоже Анжелика выпала. Я так понимаю, что это у нас все-таки обучение, и в обучении выпадает именно Анжелика. Ну, потому что, ну как нам еще выпала Анжелика один раз, это все, кажется, уже подстроено. Это не рандом. Да, совпадение прям какое-то. Так, да. А вот эти слаймы нужны, чтобы прокачивать, да, наших героев? Получается так, смотри. Ух ты, я чувствую себя суперсильной. Отлично. Так. И еще раз быстрый поединок, да? Да, предлагаю ты еще раз отправиться в бой. Интересно, против кого будем опять сражаться, аватар или нет? Ты кто такой? Ты кто такой, малыш какой-то, зверский робот? И мы под водой. Его зовут? Так, опа, Кирчик. Сразу вот так накатываем. Да, действительно, мы стали пободрее, мне кажется. Так, пока что атакуем. А Кир что-то даже ничего не хочет делать. Ну-ка. Да, пока что он действительно ничего не может делать. А мы вот так вот пронзаем его. Вот это была атака, ребята. Анжелика молодец. А как же еще одни персонажи? Ну-ка, может, сейчас сундук нам выпадет и еще кого-то откроем. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. О, смотри, если 6 победных серий будет, то еще сундук получим. Вот это огромный какой-то аж. Смотри, ежедневный забрать можем. Вот сейчас здесь нам новый перс выпадет, 100%. 100%? Ух ты, это что такое? Эпические энергетические кристаллы. Круто. Интересно, для чего они нужны? Да ладно! Тони, ребята, у нас появился Донателло. Это то, что мы и хотели. Отлично, Тони. Круто, тебе наконец-то удалось разблокировать меня. Хочешь совет? Сделай меня своим главным бойцом. Конечно, обязательно сделаем. Конечно, сделаем. Так, надо в бойцы зайти и как-то вот... Поменяй. Оно как вот а сюда, вот выбери, да, Донни, использовать нужно. Да, вот использовать так. И вот сюда. Отлично. Вот Донни мы точно будем качать на максимум, ребят. Нам же еще Лео нужен, и Рафи нужен, и, конечно же, Майки. Смотри, а здесь еще события какие-то, а? Да, и события пока недоступны, нужно дойти до первой арены. Да, реально. Ну, то есть нам нужно сейчас еще один на один. Что такое 3v3? Три на три, да ладно. Прикольно, то есть можно будет менять. А клан есть здесь? Клан. Для наших любимых подписчиков-то создать, чтобы все вместе файтились, а? Бойцы, магазин. А вот смотри, арена там сверху есть, возле настроек справа. Вот там вот нужно победить, чтобы открыть. Так, справа, вот здесь кубок, возле где? Настроек, да, да, вот давай. Таблица лидеров. Смотри, вот, другие игроки есть. Ого, ничего себе! Смотри, тут какой-то черминг буррито. Ну, видишь, здесь иностранцы тоже играют. Я думаю, что нам нужно файтиться дальше, давай посмотрим. Турнир, прими участие в 5 быстрых поединках. Окей, нам да, поехали. И кто нам здесь выпадает? Опять аватар. Ну, это, видимо, любимый перс всех ребят.
Ну у нас Донни, смотри, мы в Нью-Йорке, это пицца. Ты чё, слушай, аватар мощный, кстати говоря. Прямо атакует сходу. Давай, Донни, покажи класс, удиви нас. Ну-ка, 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 защищаемся, защищаемся, Донни. Ох, ох, ну все равно файтим даже под защитой. Да-да-да. Смотри, смотри, палка так крутится. А чё он палкой свою крутит так? А это вот такая у него защитная. Опа, какой хороший суперприём только что был, да? Главное, чтобы он тоже не активировал. Да, он это сделал. Активировал, но все равно. Донни молодец, Донни молодец. Так, давай еще разочек ему пробьем. Хорош, Кио, ребят, но здесь мы половину хелса потеряли, однако уже помощнее противники пошли. Но все равно наш Донателло красава, ребят. Я так рад, что у нас выпала черепашка. Это же просто прям. Да, это круто, конечно, черепашки. Ого, еще одна награда. И похоже, на этот раз не простая, а какая золотая. Интересно. Теперь тебе доступны турнирные поединки. Выбери своего основного бойца и двух бойцов поддержки. Тебя ждет поединок трое на трое. Вот это да. Каждым можно файтиться. Ну-ка. Так, посмотрим. А, ну вот, смотри, у нас три персонажа есть. У нас Анжелика, кстати, мощная девчонка. А она же у нас, получается, второго как бы уровня, мы ее вкачали. Ну пусть она на втором месте как раз и будет. Да, погнали, смотри, у нее схватка. Будет классовое преимущество. Получается, каждый по одному разу файтится. Ну-ка. Так, пацан, где же Линка? Ну-ка, ну так, тарелку так, свою так. Достал. Сейчас мы тебя зафайтим. О, что, смотри, Донни-то. Красавчик, интересно, какая у него такая еще бодрая более атака. Так, да, надо посмотреть, вот так, хорош. Пак. Линкольн прям сдается, ребята, сдается, дружище. Да, Линкольн, ты, дружище, ты не... Супер-супер использование, красава, красава! Интересно, а как поменять персонажа? Победитель Донни. Ну, сейчас следующие будут драться друг с другом. А, то есть вот такой формат, да? Да, видимо, да, то есть каждый с каждым дерется, и ты расставляешь. Следующий бой. 1-0. 1-0 пока. Давай окей. Следующий. И как раз Анжелика сейчас пойдет. Да, Анжелика против Клайда. Клайдик, привет, братан. Ты чё очки напялил, а? Слушай, ну у него хелсов очень много, если честно. Ну, у нас Анжелика-то не слабенькая девчулька. Совсем не слабенькая, но сейчас он супер поднакапливает. Смотри, еще парочку ударов, и все, и он на супере будет. Мэм! Тран-та-та-та-тан! И надо бояться его супера, потому что он его тоже сейчас может использовать. Но мы побеждаем, Анжелика у нас не так много хелсов потеряла, как Донни. То есть уже по факту 2-0 мы ведем, и возможно сейчас у нас будет просто золотая-золотая победа. Да, ребята, и большую сундучару получим, хотя там нужно 10 боев провести. Следующий бой. Прикольно, кстати, игрушка. Да, неплохая. О, тем более. Патрик против Патрика. Патрик против Патрика, причем у него чуть-чуть посильнее Патрик. Эй, получай, Папа, Патрик, получай. И борцом даже очень дали. Неплохо, так, еще раз, еще раз. Ой, он нас подцом сейчас супер, дал. Сейчас супер, накопится, давай, используй. Тра-та-та-та-тан, идей, оу, 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 оу. Отлично, просто отшлепали эту звездочку. Ну вот так вот, ребята, Патрик победил Патрика. Это хорошо, это хорошо. И мы сейчас как раз, получается, победили в этом турнире 3-0, между прочим. Вот так вот. Интересно. Это наша первая схватка была 3 на 3. И у нас награда какая-то, да? Награда готова. Ну-ка, давай посмотрим, кто там выпадет. О-о-о! Как классно. Открываем. И здесь нам выпадает... Дженни! Дженни, привет. Прикольный робот. И еще кто-то, да Котопёс. Котопёс нам выпадает, ребята, вы посмотрите. Какой он несуразный. Да, прикольный. Эпический, между прочим. И смотри, еще ДНК Анжелики выпали. Еще там что-то есть, представляешь? Да ладно. Энергетические кристаллы. И слаймы. И слаймы еще. Ничего себе, какой большой сундук. Огромный просто. Прикольно. А, ну опять же, мы, наверное, не сможем открыть ни этих персонажей, потому что это ДНК выпадает. Ну и, конечно, нам предлагают сразу же что-нибудь купить. Такое интересное. Да, ну а как без этого-то, а? Так, ну что же у нас здесь? У нас скрываются сундуки, бойцы. А бойцов-то мы можем уже новых использовать? А, только Катапс. А, нет, подожди, вот и это у нас. Да, всех можем использовать. Смотрю, Катапса, кстати, 174 аж сила. Ну, он эпический, видишь, он эпический друг. Донни у нас обычный, редкий, наверное, я так понимаю, да? Может, мы используем его вместо нашего Патрика? Да, наверное, вместо Патрика надо использовать, потому что все-таки пока ДНК не выпало, надо... А смотри, еще больше. Анжелика и Котопес у нас приятели, получаются, и они, наверное, какой-то бонус друг другу дают. Да, видимо так. Это круто, находка. Давай посмотрим, какие персы еще есть здесь. Давай. Ух ты, посмотри, вот это что-то какое-то. У нее золотая обертка. Да, а кто это у нас? Это как раз... А нельзя выбрать, прикинь. А, понятно, нельзя посмотреть. Смотри, у нас здесь кто-то из черепашек на второй арене откроется. Я так понимаю, наверное, это может быть... А, так, ну это Лео у нас, получается. Да, это Лео с мечом, смотри.
Да, по ходу дела на второй арене лево открывается. На третьей арене дальше. А, на четвертой арене у нас открывается дальше, я так понимаю. Да кто... майки, по-моему, да, мне кажется. Майки, да. И вот здесь, видит, а да, вот это вот на четвертой арене еще и Раф открывается. Еще и Раф открывается. Но пока что персонажей не так уж и много, но и арен не так много. Я думаю, будут добавляться, ребят. Игра да, новая. Я думаю, игра будет обновляться и добавляться новые и новые герои. Ну что ж, вот такая вот игрушка у нас на обзоре. Если вам понравилось, ставьте лайк. Чем больше лайков, тем больше серий будет выходить. А с вами была команда Detol. До новых встреч, новых видео, ребят. Присоединяйтесь, играйте вместе с нами, пишите комменты, и будет больше и больше видео. Всем спасибо, пока. Пока, ребята.